мистер Второе зрение, а для всех уже просто Эммануэле! Он слепой, представляешь? И при этом вот что он нарисовал. Это что-то невероятное. Мне нужно куда-то временно пристроить двоих. Всего на несколько дней. Это мне не подходит. Мне и одному неплохо. Пола навесила на меня двух эмигранток. Мать и дочку. Хоть вы и слепой, но вы самый настоящий... Говнюк, говорите, не смущайтесь. Как думаешь, ты бы смог нарисовать портрет Бога? Для этого мне нужно услышать его голос. Смотри, что он вытворяет. Рисует чей-то портрет, и это все? Но мужчина слепой. Он слепой, старый, одинокий, но обладает экстраординарным даром. Он может нарисовать точный портрет человека исключительно по его голосу. Я видела тебя по телевизору. Ты ведешь себя как цирковое животное. Я, как и он, считал себя одиноким, пока не узнал тебя и твою маму. Она так молода, что вы можете ей дать? А вот я могу дать им все, в чем они только нуждаются. Я не могу работать, мне нужна помощь. Я понял, этот человек мошенник. И вы так спокойно отпустили свою дочь. Гулять по безлюдному парку с этим хорошим человеком, которого вы едва знаете. Эммануэле! Неважно, виновны вы или нет, важно только то, какое о вас сложится общественное мнение. Закройте глаза руками. А если я не хочу возвращаться на телевидение? Не сдавайся сейчас, когда ты так близок к цели. Человек, который нарисовал Бога.